Как сон, пронеслось время с того дня, когда была образована теперь уже легендарная группа «Воскресение». В 1979 году их первый магнит-альбом «Кто виноват» сразу разлетелся по всей стране, а легко запоминающиеся песни надолго вошли в репертуар многих ансамблей. Для творчества не нужны никакие специальные условия. Художник должен быть жив. И иногда ему приходят в голову какие-нибудь интересные затеи. Однако ситуация в тогдашней Москве не располагала к существованию подпольной рок-сцены. И в октябре 80-го «Воскресение» фактически распалось. Финальным аккордом группы стала запись нового альбома вместе с Константином Никольским. Далее творческие и жизненные пути участников коллектива расходятся почти на 10 лет. В конце 80-х Вадим Галутин приглашает Алексея Романова в группу СВ, который записал диск на фирме «Мелодия» и приняла участие в создании мультипликационного фильма «Летели два верблюда». Летели два верблюда из Африки в Австралию. Сначала было худо, ой-ой-ой, потом пошло как надо. В начале 90-х Алексей Романов предпринял несколько попыток воссоздать группу «Воскресение» в той или иной форме. Однако в конечном счете Романов и Никольский разошлись в разные стороны. По мнению Алексея, это вопрос психологической совместимости. Мы же экипаж. Мы живем почти на подводной лодке. И Косте было с нами некомфортно, и он ушел. Это вполне закономерно. Следующий этап в истории «Воскресения» начался лишь в мае 1994 года, когда музыканты собрались в своем почти оригинальном составе начала 80-х годов – Романов, Маргулис, Сапунов, Шевяков и Алексей Макаревич. Нынешний тур группы по городам Подмосковья вновь проходит в обновленном коллективе. Однако на качестве исполнения песен это абсолютно не сказывается. Зал с восторгом подпевает музыкантам. А под звуки неувидаемых хитов «Снежная баба» и «Кто виноват» свободное место у сцены и проходы между рядами превращаются в танцевальную площадку.